Знакомьтесь, Кумар Гауров, основатель и генеральный директор компании Кэша Холдингс и президент группы Auxizas. Компания Кэша выручила 33 миллиона долларов от продажи токенов в 2017 году, из которых 14 миллионов были отклонены ввиду политики строгого соблюдения компании Кэша, регулятивов Know Your Customer, знай своего клиента и Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег. Мистер Кумар, предприниматель, который входит в сотню самых влиятельных людей блокчейн в мире. Из-за его достижения в области блокчейн правительство США предоставило ему американскую въездную визу O1, которую обычно дают за выдающиеся достижения в области науки, культуры, музыки, образования, бизнеса или спорта. Кумар является популярным международным докладчиком по новым технологиям и был приглашен в компании IIT, Tycon, TechCrunch, в парламент Индии и на многие другие частные правительственные конференции по всему миру. Недавно он был номинирован как один из 50 лучших в мире изобретателей индустрии будущего. До того, как он перешел в мир финансовых технологий, он построил компьютерные системы для компании Ferrari.